Добрый вечер. Мы продолжаем изучать недельный раздел Торы Китиса. И на прошлом уроке мы начали разбирать вопрос о, пожалуй, центральном эпизоде всего раздела. Это грех золотого тельца. Говорили мы об этом событии в целом. Общий взгляд на вещи. А теперь пытаемся разобрать текст подробно, предложение за предложением. Народ же увидел, что Моше медлит спуститься с горы. Это самый первый стих, 32 глава. Народ же увидел, что Моше медлит спуститься с горы. И собрался народ к Аарону, и сказали ему: «Встань, сделай нам богов, которые пойдут перед нами», поскольку вот Моше, человек, который вывел нас из Египта, мы не знаем, что стало с ним. Получается, что началось все с того, что люди ждали, что Моше вернется к определенному часу, в определенный день, по крайней мере, и этого не случилось. Он не приходит. Почему? Была здесь ошибка. О чем-то не договорились. В чем здесь дело? В чем действительно было опоздание? Уже задержался? Как это все понимать? Раши приводит объяснение наших мудрецов из Талмуда. Поднимаясь на гору, может, вообще назначил время, когда он должен вернуться? Да, назначил. Поднимаясь на гору, он сказал: 40 дней спустя я вернусь, поскольку Всевышний ему сказал, что поднимись на гору и пробудешь там 40 дней и 40 ночей, то ему же сообщил народу, что через 40 дней я вернусь. Когда? Это будет в первые 6 часов дня. Первые 6 часов дня – это означает день, имеется в виду световой день, то есть первые 6 часов с начала дня с рассвета – это означает до, другими словами, мы бы сказали сегодня, до полудня. Ну, они подумали, когда они получили такое указание, что через 40 дней я вернусь, по прошествии 40 дней, то каким образом почитать эти 40 дней? Они подумали, что и тот день, когда он поднялся на гору, а это было утром, и рано утром, 40 дней начинаются и сейчас, поскольку рано утром уже поднялся на гору Синай. Они подумали, что и тот день, когда он поднялся на гору, входит в счет этих самых 40 дней. Но Моше это имел в виду совсем по-другому. Он имел в виду дни так, как евреи их понимают, а именно день начинается с вечера. И когда он говорил про 40 дней, это 40 дней, 40 ночей, точнее 40 суток, 40 полных суток, когда они начинаются? Они начнутся только с вечера. Стало быть, первый день, в который Моше поднялся на гору, он не в счет. Ведь сутки, когда он сходил на гору, не были полными. Бонда поднялся утром, и было это когда? Утром 7-го Сивана. 6-го Сивана было дано, было вручение Торы, было дарование Торы. Это был день, в который весь народ слышал десятисловие, а на завтрашний день уже поднимается уже на гору Синай. 40 дней проходят, 40 дней полных должны были закончиться по расчету как раз 7-го Сивана. Они должны были закончиться 17 числа следующего месяца, месяц Тамуз. Но евреи-то ждали не 17-го, евреи-то ждали 16-го, поскольку они посчитали день отъезда, день приезда, стал за один день, то есть тот самый день, в который Моше взошел на гору Синай, они посчитали его за первый день. И вот 16-го Тамуза Моше не приходит. 6 часов прошли, полдень проходит, солнце уже близко к закату, а Моше все нет. Продолжает Раши. И в этот день, когда его ждали, и он не пришел, пришел сатан и смешал все мироздание, заставил их увидеть и мрак, и мглу, и хаос, чтобы они подумали, что Моше умер. То есть произошло помутнение сознания. Настолько все помутнилось, что людям казалось, что совершенно очевидно, не может так быть, чтобы Моше
одно из двух. Если бы он был жив, то он бы, конечно, пришел. Не может же так быть, что он нарушил свое обещание. А почему же тогда не приходит? Скорее всего, потому что его нет живых. Да и как он мог оставаться в живых, если он пошел на 40 дней, 40 ночей, не взял с собой ни еды, ни питья на вершине горы? Это же невозможно. Скорее всего, самое рациональное объяснение, что его просто нет. Умер, не умер, может быть, он не умер, а может быть, он... Кто может прожить на вершине горы без еды и без питья? Ангел может. Человек бестелесный, бестелесное создание. Может, он превратился в бестелесное создание, не знаю. Но даже так, нашему миру, конкретному нашему миру, в котором мы живем, здесь, сейчас, в Синайской пустыне, он к нему уже не принадлежит. Потому ли, что умер, потому ли, что еще что-нибудь. Но для нас его больше нет. Сказал им Сатан, Муше умер. Ведь уже прошли первые 6 часов 40-го дня, а он не пришел. Вот в этой самой обстановке, которую мудрецы образно называют, что Сатан смешал все мироздание, устроил мрак и мглу и хаос, в этом состоянии помутнения сознания люди приходят к Аарону и говорят ему: «Сделай нам божество, которое пойдет перед нами, поскольку Моше – человек, который вывел нас из Египта, мы не знаем, что было с ним». Если только посмотреть вот этот самый стих, то из него вполне понятно, то, что вот эта просьба о том, чтобы Аарон сделал им божество, это божество, оно не вместо Творца мира, которому следует служить. Это божество вместо Муше. То есть сама растерянность, помутнение сознания, растерянность от того, что они остались без Муше, и привела их к мысли о том, чтобы просить божество. Закономерный, конечно, вопрос, а каким образом божество должно заменить Муше? Муше – вождь, лидер. Если люди лишаются лидера, то приблизительно понятно, как они должны вести себя в такой ситуации. Нужно выбрать нового лидера. Почему, лишившись лидера, люди бросаются к Аарону: «Сделай нам божество»? Посмотрим, как отвечает на этот вопрос Рав Шимшон Рафаэль Ирш. Так, о том, что сказано: «Сделай нам божество, поскольку Моше, который вывел нас из Египта, мы не знаем, что с ним», пояснение назначения божества, которое пойдет перед ними, и его обоснование, почему нам необходимо такое божество. Потому что этот человек, Моше, оно делает очевидным, что происшедшее не было падением, возвратом к язычеству, в смысле обычного отступления от Бога. Об этом мы очень подробно говорили на прошлом уроке. С большим трудом можно усмотреть во всей истории о Золотом Тельце отход, откат обратно к язычеству. Этого здесь, вот в таком виде, как можно себе представить, то есть как измена, как уход от Бога, как возвращение к идолослужению, к язычеству, в чистом виде не было. Ведь люди-то хотели, чтобы Аарон изготовил объект, которым и заменил бы не Бога, а Муше, так пишет Рав Ирш. Люди полагали, что с Муше произошло несчастье, ведь он умер, и поэтому они потребовали от Аарона сделать им что? Нового Муше. Но только этот новый Муше должен отличаться и выгодно отличаться от прежнего, ушедшего Муше. Должен быть Муше такой, с которым подобного, что случилось с Муше, не случится. Если он умер от жажды или голода на вершине скалы, то нужно сделать такого, с которым это не случится. Такой вечный. Такой, которого не могли бы лишиться. Вопрос. Если так, если все, что они хотели, это только некую замену Муше, то возникает первый вопрос. Мы сказали, почему замена Муше – это божество? Может быть, есть уже некоторое
начало понимания этого, то, что написал Рав Ирш, что не хотели бы такого Муше, который не ушел бы. А любой человек, самый великий от семи пядей во лбу, он смертный. С любым человеком может случиться. А вот сделать бы такого, которого бы мы не лишились. Поэтому, может быть, это подход к пониманию того, почему божество. Но и другой вопрос здесь возникает. Если все, что они хотели, это просто замена Муше, то почему тогда история про золотого тельца воспринимается как тяжелейший грех? В чем здесь тогда криминал, и причем настолько, что это становится тяжелейшим грехом? Продолжает Рав Ирш. Но тот факт, что они связывали свои надежды на будущее с существованием Муше, и их представление, что человек может, имеет право и должен сделать для себя вот этот вот образ Муше, они совершенно расходятся с базисной еврейской концепцией Бога и взаимоотношением между Богом и человеком, которое уже разъяснило сынам Израиля божественное предостережение. Какое? «Я говорил с вами с небес, не делайте при мне никаких изображений богов». Конечно же, в самом желании, как мы сказали, желание было не сделать замену Всевышнему. Нет, не замену Бога, замену Муше. И все равно в этом был отход, очень серьезный отход от основ еврейства, от тех основ веры и от законов Торы, которые были преподаны еврейскому народу в день дарования Торы на Синае. В чем состоял этот отход? Люди, которые сказали Аарону: «Встань и сделай нам божество, которое пойдет перед нами, потому что вот этот человек, Муше, который вывел нас из Египта, мы не знаем, что с ним случилось», оказались в плену языческой иллюзии. Они рассматривали Муше как человеческое существо, которое в силу своих личных качеств возвысилась над обычной человеческой природой и достигла уровня божественности. Ведь все же видели, все помнили хорошо события последних месяцев. Сначала Муше пришел в Египет и возвестил им, что он пришел с миссией освобождения, он освободит их, он выведет их из Египта и поведет их в землю, о которой Всевышний клялся праотцам Аврааму, Ицхаку и Якову. Ну, какая была первая реакция? Естественно, не поверили. Мало ли людей объявляют себя избавителями, спасителями, машиахами и так далее. Но Муше стал творить чудеса. Причем чудеса эти были совершенно нетривиальны. Причем он заранее предупреждал, что будет. И как это все произойдет. И в какой час. И по его слову чудеса случались, и по его слову они исчезали. Настолько, что не только скептики среди евреев, но и египтяне в конечном итоге вынуждены были сдаться, прекратить, что называется, сопротивление, и еврейский народ получил свободу. Моше оказался человеком, который стоит над природой. Он сильнее всех сил природы, он сильнее законов природы, да по мановению его пальца законы природы отменяются, прекращают свое действие и снова возвращаются. Нет, конечно, он-то говорит, что это не от него. Он-то говорит, что это все от Всевышнего. Но ведь мы видим, что это он заказывает, он приказывает. Как там говорят, цадик гозер ва кадош баруху микаем. То есть Муше заказывает чудо, а Всевышний его выполняет, исполняет. То есть есть здесь человек, который является посредником между нами и между Творцом мира. Они рассматривали Муше как человеческое существо, конечно, но которое в силу своих особых личных качеств возвысилось над обычной человеческой природой. Он сверхчеловек. И достигла уровня божественности. Поэтому они считали, что Муше может влиять на волю Бога, и что существование Муше может обеспечить им
божественное покровительство. Они сейчас оказались в Синайской пустыне. Невозможно там просуществовать. Огромное скопление народа, миллионы людей, которые вышли из Египта. Если было 600 тысяч мужчин взрослых от возраста 20 лет и дальше, то понятно, что речь идет о народе, который насчитывал миллионы. Нет никакой возможности там просуществовать без покровительства Всевышнего. Если Всевышний будет нас кормить и поить, что называется, с ложечки, тогда мы просуществуем. Если нет, то нет, нет никакой возможности. А как обеспечить? Но ведь нужно же обеспечить. Можно сказать, да, конечно, но все зависит от его воли. Если захочет, даст нам поесть. Не захочет, не даст. Нет, мы так не согласны. Нам нужен человек, который обеспечит нам, что Всевышний будет хотеть нас кормить. Вот Моше был таким человеком, он мог повлиять на Всевышнего. А сейчас мы его лишились. В их глазах, продолжает Рав Ирш, не Бог посредством Моше вывел их из Египта, а Моше вынудил Бога совершить это освобождение. Такая ментальность. Для многих людей это вполне воспринимается как религиозная ментальность. То есть вера в некоего сверхчеловека, в некоего Рэбе такого, который ужасный-ужасный праведник, очень-очень святой, прям вот совсем святой, и чудотворец, конечно, будущее знает наперед, все заранее, и что он захочет, то Бог и выполняет. Для многих людей так строится их религиозное сознание. Им необходима вера вот в такого вот сверхчеловека, в такого вот сверхлидера, который является посредником между ним и между Богом. Мы, когда читаем книгу Шмот о том, как происходило освобождение Египта, из Египта, как происходило вот это вот вторжение воли Всевышнего в ход истории, то мы знаем, что Всевышний выбрал Моше и его взвалил на его плечи эту миссию освобождения. Моше сопротивлялся, но Всевышний потребовал от него. Моше был послушным, настоящим орудием в руках Всевышнего, в руках провидения. Еврейскому народу тогда так не казалось. Трудно было воспринять такой взгляд. В Моше они видели сверхчеловека. Значит, все наоборот. Теперь только понятно, есть некоторые комментаторы, которые говорят, что во всей пасхальной Агаде, обращают внимание, во всей пасхальной Агаде отсутствует напрочь упоминание о Моше. Даже имя его ни разу не упомянуто. На первый взгляд, кажется, как это так? История об исходе из Египта, в которой Моше центральный персонаж. Да как же так, рассказывая в пасхальную ночь об исходе из Египта, авторы Агады ни словом не упомянули Моше. Есть, которые говорят, да, там намеком сказано, и послал он ангел, имеется в виду, ангел – это Моше. Но почему же ни разу не упомянут? Ответ некоторых комментаторов, на первый взгляд, обескураживает. Ибо если бы было упомянуто во всей истории исхода из Египта, было бы упомянуто имя Моше, то люди бы воспринимали это так. Моше вывел нас из Египта с Божьей помощью. Безрат Ашем, как говорится. Так, есть такие люди, которые в каждой фразе по 4 раза говорят «Безрат Ашем». Я «Безрат Ашем», завтра «Безрат Ашем», пойду «Безрат Ашем», все «Безрат Ашем». Так и Моше, он тоже вывел евреев из Египта. «Безрат Ашем». Но это он вывел. Таким образом, приписали бы Моше все, что было. Это не так. Всевышний вывел из Египта. Моше только орудие в его руках. Только вождь, который был поставлен над еврейским народом. Но не больше того. Люди тогда в Синайской пустыне, которые стояли у горы Синай, они получили тогда законы Торы, десятисловие. Как они рассматривали, как они смотрели на эти законы? Они не смотрели на эти божественные законы и указы, которые пришли к ним через Моше. А, вот казалось бы, еще доказательство. Доказательство того, что Моше был посредником и должен был быть посредником между нами и между Богом, это то, что вся Тора пришла через него. Как? Каким образом Всевышний говорил заповеди Моше, а он уже возвещал их нам? Ну, посредник. А что будет через 120 лет, когда Моше уйдет? Они не считали божественные законы и указы, приходившие к ним через Моше,
чем-то таким, что останется с ними даже после того, как смертного, сообщившего им эти законы, больше не будет в живых. Они не видели в законе средства неотъемлемой связи с Богом и своей неотъемлемой причастности божественного покровительства. Вместо этого они рассматривали личность Моше, человека, близкого к Богу, как основное звено их связи с Богом. То есть цель служения, безусловно, это близость человека к Богу. Для этой цели и данной заповеди они представляют собой средства, при помощи которых человек и приближается к Богу. И изучая эти заповеди, и исполняя их, реализуя их практически. Вот что приближает человека к Богу. Нет, думали люди тогда. До такого сознания они еще не дошли. Моше приближает нас к Богу. Он посредник. Он, с одной стороны, человек, он как бы одной ногой здесь, а другой ногой уже там. Он еще с нами, но он уже и... Вот он-то и приближает нас к Богу. И законы, которые дал он, это его законы. Через него они к нам пришли. Лишь до тех пор, пока был жив Моше, они могли быть уверены в божественном покровительстве. Бог защищает нас, конечно. Он вывел нас из Египта, да. Защищает нас здесь, в Синайской пустыне, да. У нас есть что пить, у нас есть что есть, да, конечно. Это Моше нам обеспечил. Они считали, что в отношениях между Моше и Богом были установлены, эти отношения были установлены по инициативе Моше, а не Бога. Следовательно, рассуждали они, если Моше больше нет в живых, они могли и должны были предпринять со своей стороны какое-нибудь действие, чтобы привязать к себе божество. Здесь Рав Ирш еще дальше развивает свою мысль. Ну, предположим, действительно, такая у них была тогда ментальность. Вполне реально. К сожалению, мы и сегодня, по прошествии более 3300 лет, видим, что есть люди, которые до сих пор так и мыслят. Не в состоянии представить себе жизнь без какого-нибудь вот такого вот гуру, сверхчеловека какого-нибудь, который вот будет связывать их с Богом. Который должен быть чудотворцем, провидцем, сверхчеловеком. Ну, уходит такой человек. И что тогда? Ну, наверное, нужно понадеяться на Бога, что он, может быть, поставит нам другого такого сверхчеловека, наделит его. На сегодняшний день есть люди, которые вполне разделяют то мировоззрение, которое я объяснял здесь раньше. Но при всем при этом, в момент, когда уходит такой вот сверх, и в их глазах сверхчеловек, вот такой вот лидер, то надеются на Бога, что он поставит им кого-нибудь другого, найдет замену. А евреи здесь повели себя по-другому. Они сами стали проявлять инициативу. Нам надо сейчас позаботиться о замене Моше. Поэтому пришли к Аарону и сказали, давай, делай нам божество. А это откуда? А это почему? Как это мы пришли? Почему не надеяться на Бога, что он, если необходимо действительно какое-то такое промежуточное звено, если необходим посредник между евреями и между Богом, то почему бы не надеяться на Бога, что он поставит нам такого посредника? Рав Ирш. Это тоже, эта мысль, она тоже является продолжением их понимания роли Моше. Моше – сверхчеловек, который обеспечивает им покровительство Бога. А связь вот эта вот, понятно, что связь, она и прямая, и обратная, и сверху вниз, и снизу вверх. А с чего она началась? Кто был инициатором этой связи? Моше? Он был инициатором связи со Всевышним. Всевышний его принял. Стало быть, в тот момент, когда мы лишились Моше, то мы должны сделать что-то, чтобы попытаться возобновить эту связь. И найти кого-нибудь или что-нибудь, кого-нибудь мы уже не думаем, что можем найти такого человека. Да нет такого человека. Даже подумать об этом невозможно, что найдется такой человек, который будет как Моше. Значит, нужно что-то, чтобы было вместо Моше, что они выражают словами «божество». Они еще не вполне усвоили еврейскую концепцию, согласно которой
человек имеет непосредственный доступ к Богу и не нуждается в посредничестве, если ведет себя в соответствии с божественной волей. Да. Чистое, не, без всяких примесей, еврейское мировоззрение – это то, что человек связывается со Всевышним напрямую, без всяких посредников, без всяких гуру, без всяких сверхчеловеков и прочего. Средство для этого – Тора, заповеди и молитвы. Этого еще тогда люди не усвоили. Или, может быть, страх, что отныне они вынуждены будут бродить по пустыне без направляющего их лидера, заставили их усомниться в этой истине. То есть, может быть, не то, что они совсем не восприняли, знали они об этом, учили их этому, объяснили им это. Но вследствие того стресса, в котором они оказались, То, что мудрецы называют, что пришел сатан и перемешал все в мире, мрак, тьма, мгла, вот это вот помутнение сознания, оно привело к тому, что истину уже известную им и озвученную им, и объясненную им, они в ней стали сомневаться. Так пишет Равир. Продолжаем дальше текст. Второй стих. «И сказал им Аарон: снимите золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и дочерей, и принесите мне». Аарон не стал сопротивляться, не стал говорить, что с ума сошли. Ни в коем случае этого не делать, это нельзя, это запрещено. Это... Вместо этого он пытается выиграть время. Так объясняет Раши. Почему именно серьги, которые в ушах ваших жен? Почему бы не просто сказать: соберите немножко золота и сделаем вам божество, которое вы хотите. Аарон считал, что женщины и дети дорожат своими украшениями. И, может быть, это задержит ход событий. То есть его расчет был в том, что люди придут домой, скажут, человек скажет своей жене: вот, знаешь, такое большое дело, большая мицва такая, нужно собрать трумот, нужно собрать золото на золотого тельца, на замену муше, и желательно женские серьги, так что давай. Ну, женщина им устроит скандал, почему вдруг? Как это так, украшение? В этом был расчет Аарона, но он расчет не оправдался. Но они не стали ждать, пока и сняли украшения с себя, то есть быстро набрали все необходимые украшения, золотые серьги и предметы, и с большим-большим воодушевлением принесли Аарону. Некоторые комментаторы говорят, что здесь есть параллель. Воодушевление, с которым евреи собирали пожертвования на строительство мешкана, переносного храма, и воодушевление, с которым все очень-очень быстро собрали золото для золотого тельца. То есть мешкан, его строительство и сбор средств на построение мешкана должен был в какой-то степени искуплением того, что произошло тогда с золотым тельцом. И снял весь народ золотые серьги из ушей и принесли Аарону. Ну, нечего делать. Золото есть. И взял он золото из их рук и обработал его резцом, и сделал его литым тельцом. А они сказали: вот твое божество Израиль, которое вывело тебя из Египта. Странный довольно стих, надо было бы сказать по-другому. Вот божество наше, которое вывело нас из Египта. Почему же они говорят: вот божество твое? Раши отвечает на вопрос этот так. Здесь не сказано: вот наше божество, следовательно, эти сказа были сказаны не евреями, а людьми из Эреврав, то есть тот сброд многочисленный, разношерстная толпа людей, которая ушла из Египта вместе с евреем, увязалась вслед за евреем. То есть в какой-то момент здесь происходит нечто неожиданное, хотя, может быть, и можно было себе представить, что так развернется. События разворачиваются не так,
как они были запланированы, как можно было себе представить. То есть началось все с того, что, как мы сказали, евреи ищут себе нового посредника, нового Моше, заменителя Моше Рабейну, который был бы посредником между ними и между Богом. Но они не одни в кадре. Вокруг есть еще другие люди. Очень далекие от всего того, что произошло 40 дней тому назад на Синае, дарование Торы и так далее. У них их языческие взгляды на жизнь, они с ними со всеми остались. И в тот момент, когда создается вот это вот изображение, создается этот литой телец, то они чувствуют здесь нечто знакомое, нечто до боли знакомое, близкое к их образу мысли, к их образу жизни, идол. И поэтому вот эти самые люди, они перехватывают здесь инициативу. Они уже становятся действующими людьми. И они, обращаясь к еврейскому народу, говорят: вот божество твое, Израиль, которое вывело тебя из Египта. Евреи становятся здесь ведомыми. А Эреврав, весь этот сброд, он становится ведущим. Кстати, некоторые комментаторы говорят, что то, что вот здесь весь этот разношерстный сброд, который был, почему они так активно здесь поучаствовали, почему было такое радость и воодушевление, когда был сделан телец, потому что это было им очень-очень знакомо. Был культ тельца или быка в Египте. А Рав Ирш не согласен с этим и отметает эту мысль напрочь. Вот что он пишет. Стоит задуматься, почему действительно Арон, имевший свободу выбора формы, которую представляли отлить, выбрал фигуру тельца? Ведь народ-то не пришел к Арону с требованием «сделай нам тельца», «сделай нам божество какое-нибудь, которое бы было вместо Моше». А какое он сам мог выбирать? Мог сделать льва, наверное, внушительнее, чем теленок. Или еще что-нибудь, орла какого-нибудь. Почему именно теленка? Предполагали, что телец, видимо, представляет собой Аписа, священного быка древних египтян. В действительности, у древних египтян был такой культ быка Аписа. Однако, пишет Рав Ирш, египетский Апис был не рукотворным идолом, а живым быком определенной формы с особыми отметинами на шкуре. То есть выбирался один определенный, по определенным критериям, бык, обычный простой бык. И египетские верования сводились к тому, что в него, в этого быка, переселяется Ка, то есть душа одного из египетских богов. Стало быть, при всем желании, но литое из золота, изображение литого быка никак не могло здесь быть в качестве Аписа. Поэтому говорить о том, что здесь есть египетские корни этого культа, безусловно, неверно. Более того, чисто логически, кроме того, продолжает Рав Ирш, почему Арон должен был выбрать именно фигуру животного, которому поклонялись как верховному божеству в той стране, где когда-то обитал его народ? Да ведь только что ушли из Египта. Ушли из Египта и оставили ненавистную жизнь в Египте позади. Все это уже за спиной. Обычно в такой ситуации человек идет к чему-то новому, после того, как были в Египте рабами, после того, как годами только и думали, и мечтали, как бы убраться оттуда, как бы убежать оттуда, как бы свалить оттуда поскорее. И вдруг искать себе божество оттуда, египетское, это вряд ли. Почему же все-таки бык? Продолжает Рав Ирш. Выбор Аароном именно формы тельца показывается абсолютной точностью, что она не должна была представлять Аписа или что-либо еще, что должно было напоминать священного быка. Мы уже несколько раз упоминали, что в символизме жертвоприношения в иудаизме бык символизирует силу, поставленную на службу высшей сущности. Жертвоприношение, которое Тора предписывает приносить в храме, это всего лишь три скотины.
это бык, это овцы и ягнята, и могут быть еще и козы. Вот всего три вида. Может быть, заметить, что это основные виды домашних животных – коровы, овцы и козы. Но выбраны они не потому, что это домашние животные. У каждого из них, ведь не то, что по поводу каждого из жертвоприношений можно приносить либо то, либо другое, либо третье. Нет, определенные жертвоприношения здесь может быть именно, в одном случае это должен быть именно бык, в другом случае это должен быть баран или ягненок, в третьем это должен быть козел. Есть здесь символика, безусловно. Рав Ирш много занимается в своих комментариях символикой, и поэтому он отсылает нас к книге Вайкра, где он об этом пишет, и в других главах, в чем символика вот каждого из определенных жертвоприношений. Бык, что он представляет собой? Характер быка. С одной стороны, бык всегда и везде, во всех культурах воспринимался как символ силы. Необычайно сильное животное, колоссальной силы. Но с другой стороны, оно сильное, но и покорное. Здесь животные куда менее сильные, но непокорные, свободолюбивые, которым ты не можешь указать. И дикие животные такие, и другие. А бык, бык он очень послушный. Поэтому символика быка в Торе – это сила, как он пишет, поставленная на службу тому, что выше. В этом именно причина выбора Аароном тельца. С одной стороны, он стремился удовлетворить требования народа, который на самом деле искал не другого Бога, а лишь нового Моше. А с другой стороны, он стремился ограничить заблуждение народа пределами полуязычества. То есть ситуация создалась сложной. Сказали, начало было с того, что народ хотел просто замену Муши. Сделать что-нибудь, чтобы заменило Муши, чтобы стало посредником между народом и между Богом. Но это было только начало. А здесь, как мы сказали, произошло уже изменение. События вышли уже из-под контроля. Здесь вмешалась Эр-Эр-Эв-Рав, тот самый разношерстный сброд. И они уже говорят про божество. Они говорят куда больше. И здесь уже народ может скатиться вслед за ними к настоящему язычеству, к настоящему идолопоклонству. А что можно сделать? Как это можно остановить? То, что хочет Аарон здесь сделать, это, как он здесь пишет, ограничить заблуждение народа пределом полуязычества. Что это такое полуязычество? Полуязычество, в принципе, так... А Рамбам описывает в законах о идолослужении в Илхот Авода Зара, как вообще появилась Авода Зара, как появилось язычество. А идея поначалу была следующая. Народ знал, безусловно, в древности, еще во времена Иноша. Всем было понятно, что мир сотворен, что есть единый Творец, что он управляет миром. Да, но как он управляет миром? Непосредственно. Если представим себе структуру, как сегодня говорят, вертикаль власти. Вот стоит глава государства. А вот у меня есть конкретная проблема. Моя личная конкретная проблема. Скажем, я не могу, у меня есть тяжба с моим соседом. Или у меня есть проблемы с канализацией. Или у меня есть проблемы еще с чем-то. Ну, кому я пойду? К царю-батюшке? Прямо к главе народа, к главе государства? Если даже я пойду туда, то мне сразу объяснят, что нужно обращаться по инстанции. В чем у тебя проблема? Тяжба с соседом, иди к мировому судье. А проблема с канализацией, есть городской совет, мэрия, там есть отдел и так далее, туда и иди. То есть, есть вертикаль власти, когда тот, кто стоит на вершине пирамиды, он не занимается всеми вопросами до самого низа, а есть промежуточные стадии управления, промежуточные звенья, их много. Так, наверное, Всевышний также управляет миром, то есть есть промежуточные звенья, есть и ангелы, есть силы, есть много разных.
И какое у меня должно быть к ним отношение? Я обращаюсь к ним. То есть я, когда у меня есть конкретная моя проблема, кому я должен молитву? Кому я должен обращать молитву, кому я должен жертвы носить, имеется в виду, как взятки чиновнику, не главе же государства, а тому чиновнику, который конкретно занимается вот данным вопросом. Вот так возникло это полуязычество, то есть мысль о том, что те самые промежуточные звенья в управлении миром, они наделены властью, и поэтому обращаться нужно к ним, жертвы нужно приносить им, молитвы нужно обращать к ним. Вот на это не чистое язычество. Чистое язычество – это вера в то, что это такое мировоззрение, при котором Творец мира вообще выходит из сознания людей. Он за ненадобностью вообще уходит полностью из сознания. И тогда мир правится, ну вот как в чистом виде, скажем, в греческом понимании. Так, есть Олимп, на котором есть самые разные боги, которые друг с другом интригуют, которые друг с другом борются, еще что-нибудь. Вот чистейшее классическое язычество. А речь здесь идет о полуязычестве, когда не отрицается Творец мира, но речь идет об отношениях к посредникам, к промежуточным звеньям управления, которые в сознании вот такого полуязычника наделяются волей, правом, самостоятельностью и так далее. Так вот, на этом именно уровне Аарон пытается остановить еврейский народ, чтобы не скатился дальше. Они хотят себе посредника? Да. Какого посредника? В виде быка. Кто такой бык? Он целиком, пусть он, как вы хотите, пусть он среднее звено, но он целиком, он полностью покорен, как бык. Сильный, могучий, но покорный своему хозяину. Для этой цели ни одна другая фигура не подходила в такой степени, как фигура быка, который представляет собой не главенствующую силу, какой-нибудь там лев, царь зверей. Он сам себе хозяин. Нет, бык, а лишь послушное орудие. Более того, даже не быка он сделал, а теленка. Маленький еще более послушный. Так писал Рав Ирш. Возвратимся снова к тексту. «И увидел Аарон, и построил жертвенник перед ним». То есть после того, как он сделал быка, увидел Аарон, послал жертвенник перед ним. Что увидел? Непонятно, не сказано в стихе. «И возвал Аарон, сказав, завтра праздник Богу». Он не говорит, завтра праздник теленку, завтра праздник быку или черт. Завтра праздник Богу. Снова подчеркивая, что этот бык, как вы хотели, он только посредник между вами, между Богом. Поэтому праздник он Богу. «И встали они рано утром на следующий день, и принесли жертвы всесожжения, и мирные жертвы, и сел народ есть и пить, и стали они веселиться, лецахек, буквально насмехаться. Раши объясняет, обращает наше внимание на то, что Аарон сказал праздник завтра, а почему не сказать прямо сегодня? Сегодня в честь рождения, дня рождения Тельца, сегодня он родился, сегодня он создан, сегодня устроим праздник. Нет, завтра. Почему? Опять же, Аарон продолжает свою политику, он пытается выиграть время, протянуть время, пока Моше придет. Такой простой смысл стиха. А Мидраш Вайкра Раба видит и другие возможные объяснения его действий. Написано «и увидел». А что он увидел, мы спросили. Пока что ответ, который мы дали раньше, ничего не объясняет. А Мидраш говорит так, много чего увидел Аарон. То есть это аргументы, те причины, которые привели его именно к этому образу действия. Он увидел, как Хур, сын его сестры, сын Мирьям, отговаривал людей служить идолу, протестовал и был убитым. То есть понятно было, что протестовать, идти в лоб не получится. И еще увидел, что будет лучше, что если вот эта вот мерзость идолослужения будет на нем, а не на народе. Он здесь выдвигает себя. То есть он принимает огонь на себя, он принимает на себя и грех, выгораживая народ. И еще он увидел так. Если народ будет служить, он сказал, что подождите до завтра. Почему? Надо же ему жертвенник сделать. Жертвенник – это святое дело. Это только я могу сделать. Это вы не можете.
Почему он так почитал, говорит Мидраш? Да потому что он понял, что если народ будет строить жертвенник, то все пойдет быстро и скоро. У людей воодушевление. Один принесет камни, второй принесет щебенку, кто-нибудь еще достанет цемент и быстренько-быстренько все сделают. Нет, он будет делать все медленно, тихо, спокойно, степенно, и тем самым будет затягивать время. А Рав Ирша объясняет эти слова так. Увидел это. Что увидел? Так, у нас было объяснение Мидраша. Рав Ирша объясняет так. Арон видел, что заблуждение уже пересекло то узкое ущелье, отделяющее представление об образе как о божественном посреднике от представления о нем как о полноправном большинстве. Идет. То есть он хотел их остановить на уровне полуязычества, как мы сказали, но он видит, что события выходят из-под его контроля. Не исключено, что Эрев Рав, весь разношерстный сброд, который вышел из Египта и который находится в еврейском лагере, утянет, потянет за собой еврейский народ и докатится до чистого идолопоклонства. Поэтому это необходимо остановить. Поэтому он хотел положить конец этому заблуждению, призывая к акту почитания одного единственного Бога. То есть праздник Богу завтра. Ну и, наконец, на завтра «Ваякуму лецахек» – «Втане али рано утром лецахек». «Лецахек» означает веселиться или насмехаться. Странное довольно это слово. И понятно, почему оно здесь упомянуто. Раши говорит, что в этом слове есть как минимум три значения. Сюда входит и разврат. Именно так сказала жена Путифара по поводу отношения к ней Йосефа. Она сказала Путифару, что ты привел сюда еврейского раба лецахекбану, чтобы насмехаться надо мной. А обвиняла она его в том, что тот пытался ее изнасиловать. Значит, есть здесь значение разврата. Также есть и кровопролитие. Как сказано, «Якуму анарим ваисахаку бифанейну». Пусть, когда речь идет там о единоборстве представителей двух армий, пусть выйдут юноши и, имеется в виду, подерутся перед нами, кто из них победит. Пусть они позабавятся перед нами. Эти забавы, забавы кровавые. Ничего хорошего здесь нет, конечно. Есть еще дополнительное значение. Ведь не просто здесь еще лецахек – это насмехаться. Как жена Путифара говорит, что он, ты привел сюда раба, который, раба, насмехаться над нами. Человек, который насмехается над кем-то, он ставит себя выше того, над кем он насмехается. Это не просто смех, не просто веселье. Что это значит в этом контексте? Люди устраивают празднество Богу вокруг Золотого Тельца. И будут такие, которые захотят приносить ему жертвы, по крайней мере, люди из Эреврав, может быть, не евреи, но, по крайней мере, из тех, которые вышли с ним и находятся среди них, они захотят ему жертву приносить. Казалось бы, тем самым они должны его возвеличить. Но наши мудрецы говорят, что суть идолопоклонства заложена в стихе «Вейнейгу омед аля иор» про фараона сказано «Фараон стоит на реке». Река в Египте, Нил, как известно, был божеством. Важнейшим божеством. Фараон стоит на своем божестве. Что это означает? Говорят наши мудрецы, чтобы не подумали мы, что язычники относятся к своим божествам так, что они ради своего, что язычник, он живет ради своего божества. Нет, все наоборот. Язычник, он живет за счет своего божества. То есть божество для язычника, для идолопоклонника, не цель, а средство. Оно божество ради человека, а не человек ради божества. Что это? И это то, как пишет Рав Ирш, что, на что Тора здесь намекает вот этим самым словом. «Ваякуму лецахек» – встали они насмехаться. Словами Рав Ирша. Примечательно, что вот это вот веселье, которое было тогда вокруг тельца, характеризуется словом «насмехаться». В Писании использование этой формы глагола «лецахек» – не «лецхок», а «лецахек» всегда выражает чувство превосходства участника веселья над явлением или объектом, который на самом деле серьезен, величествен,
возвышен даже может быть, или благороден быть может. Вот когда человек приносил жертву Богу в храме, закон предписывает приносить жертву, то что представляет собой сам акт жертвоприношения? Человек тем самым свое существование приносит в жертву, приносит себя в жертву закону Бога и его повелению. То есть вещь надо мной, есть закон, есть служение Богу, я ради этого. Человек выражает прежде всего подчинение этим актам жертвоприношения. Он жертвует своей волей, своим имуществом, своим желанием ради закона Всевышнего, ради его воли. Такое жертвоприношение ведет к почитанию возвышенного, величественного и благородного, вознесенного над человеком, приглашающего его взмыть к своему собственному высокому уровню. Я приношу свою волю в жертву, я жертвую своей волей ради воли того, кто надо мной. Он велик, он возвышен, я склоняюсь перед ним. А языческие жертвы – все наоборот. Языческие жертвы, приносимые божеству собственного изготовления, кому они приносятся? Тому, кого я сам сделал. Не предполагают никакого самоотречения со стороны индивидуума, наоборот. Он пытается использовать жертву как средство для того, чтобы заставить предполагаемого повелителя его судьбы выполнить его личные просьбы. Ну, снова возвращаюсь к Рамбаму. Как объясняет Рамбам, как возникло язычество? Сначала было вот, сказать, теологическое понимание того, что есть промежуточные звенья в управлении миром. Есть Творец на вершине пирамиды, а есть промежуточные звенья. Есть те, которые занимаются конкретными вещами. Ну и что? А нужно на них повлиять. Каким образом повлиять? Если я хочу, предположим, у меня есть проблема, скажем, я земледелец, мне нужно солнце и мне нужен дождь. С дождем плохо, засуха у нас сегодня. Как быть? Оказывается, есть божество, которое, божество, ангел, еще кто, не знаю, архангел, что-нибудь такое, что отвечает за дождь. Значит, нужно его, подкупить его нужно, задобрить его нужно, взятку ему дать. Человек, который дает взятку чиновнику, он превозносит этого чиновника? Наоборот, он манипулирует им. Чиновник – это средство для него. Мне дождь нужен, я здесь главный, мне нужен дождь. На кране дождя сидит чиновник. Нужно ему дать, чтобы он дал нам дождь. Так смотрел язычник на свое божество. С этими взятками, своими жертвами он хотел привести к тому, он хотел заставить это божество дать ему те его материальные или, может быть, другие, может быть, и духовные нужды, как его запросы, в которых он нуждался. Он пытается использовать жертву как средство для того, чтобы заставить предполагаемого повелителя его судьбы выполнить его личные просьбы. Так живет язычник. Говорят, что моряки, у которых на носу судна было изображение их покровителя, бога их покровителя или святого какого-нибудь, то в момент бури и шторма они возносили ему молитву, а если они не взяли, то снимали его изображение, привязывали на веревку и в воду туда его макнуть. Вот смотри, гадина, как это ко дну идти. Вот это вот отношение естественное. Язычник считает, что при помощи жертвы он сможет умилостивить гнев или преодолеть безразличие этой высшей силы. Принося жертву, он не обуздывает свои личные желания, наоборот, а связывает по рукам и ногам божество, которому он поклоняется. Превращая, он манипулирует божеством, он заставляет его дать себе благо. Язычество и его жертвенные ритуалы представляют собой не только деморализующую идеализацию физических объектов, но и являются полной противоположностью еврейского понимания жертвоприношения. И, естественно, результатом, непосредственным результатом такого подхода является разложение и безнравственность. Вместо того, чтобы накладывать на себя ограничения, вместо того, чтобы жертвовать своей волей, наоборот, язычник чувствовал, что поклоняясь своему божеству, давая ему жертву, он получает от него благоволение, и теперь ему все позволено.
Язычество снимало узду с человека. Язычество всегда, всегда было связано с разнузданностью. Нет никаких границ. Все позволено, все можно. Смех, вот это вот самый смех, лицахек. Смех такой, который выражает, нет ничего святого, нет ничего запрещенного. Все позволено, все разрешено. Смех предполагает разнузданную чувственность. Всегда все языческие культы сопровождались, безусловно, вот этой самой разнузданной чувственностью. Как показывает сам термин, это не есть просто распущенность. Причем какая распущенность? Не имеется в виду распущенность. Сейчас захотелось прямо вот... Нет, она распущенность идеологическая. Почему так делать? Потому что все позволено, потому что все разрешено. Потому что нет никаких ограничений, и не нужны они ограничения. Божество, оно все позволяет. И языческое божество не накладывает на нас никаких ограничений. Наоборот, мы манипулируем, мы ему даем его тельцов, баранов, или чем он что питается, а он же нам благо, а нам все позволено. И все делаем. Стало быть, вот эта вот насмешка, это насмешка над моральным законом. Засмешка над каким бы то ни было ограничением. Какие ограничения? Все позволено. Кстати, поэтому мудрецы наши говорят, что когда еврейский народ в дальнейшем, во времена первого храма, грешил язычеством, то это не было язычеством теологическим, а подспудной силой, которая толкала людей на язычество, было понимание того, что при язычестве все позволено. Разнузданная чувственность. Все разрешено. Разврат. Вот что означает «Ваякуму лицахек» и «встали насмехаться». Ну и резюмируя, говорит Рав Вирш, то, что народ не сумел перенести 40-дневного отсутствия своего лидера, Моше, и скоро после вспышек молнии, которые им заповедовали, не делая себе никакого изображения, они делают золотого тельца, показывает одну очень важную вещь, что в отличие от того, как смотрели историки, библейские критики и другие, как рассматривали иудаизм как религию, подобный другим религиям, которая возникает среди народа в определенный момент, здесь мы видим прямо противоположность. Народ сопротивляется Торе, народ не в состоянии ее воспринимать. Она приходит свыше. Данная свыше, она не подходит уровню народа. Народ не в состоянии ее воспринять. Поэтому при первой возможности откатывается назад, снова к чему-то такому знакомому, пусть к полуязычеству, к идее о том, чтобы был посредник какой-то, кто-то, кто будет посредником, и кто-то, кто обеспечит нам покровительство Бога, кто-то, кто будет манипулировать волей Бога для того, чтобы он нам дал здесь благополучие и возможность просуществовать, но вовсе не то, что на самом деле в Торе. То есть Тора совсем не соответствует уровню народа, которому она тогда была дана. А отсюда страшный вывод. Если так произошло, то одно из двух. Либо Тора должна отступить, поскольку народ не готов ее принять. Либо народ должен, нужно поменять. И отсюда жуткая угроза наказания. Когда Всевышний говорит Моше, если так, то я уничтожу этот народ, и придется производить новый народ от тебя. Но об этом мы уже будем говорить в других последующих уроках.